Суббота, друзья. Костка, Mountain View, Кремниевая долина. У всех людей суббота – день отдыха. У нас суббота – день получения диеты, рациона на следующую неделю. Значит, нам нужно пойти купить все и приготовить. Надо сказать, что в Костка мы сегодня попали. Ну, одна из причин – это то, что нам велено приобрести орешки кедровые. Это женские. Мило. Так, сразу представляешь какую-нибудь девочку хорошую в этих шортиках. Так, тоже женская, мягенькая. Зачем я вообще это все смотрю, я не понимаю. Я мимо иду. Я просто не мог остановиться. Иду мимо, там у меня где-то Светлана должна быть. Тоже все женское. А что все женское, я не пойму. Женское, нет, носки. Непонятно. Вот шузы женские, я понял. Пума. Вообще невесомые. Совершенно невесомые. Мы идем дальше. Очки. Вообще у меня очков много, надо сказать. Хотя тут мило, очень мило. Да. Орешки кедровые. Здесь продают обычно продают. Где еще продают кедровые орешки, я не знаю. И Светлана, мне кажется, тоже не смогла вспомнить, где бы еще мы их видали раньше. Так что вот где-то тут мы сейчас Свету должны обнаружить. Она немножко вперед пошла. Я нынче за рулем. И хе-хе-хе-хе. Нет, не видим мы Светлану. Не видим. Так. Молочка, холодильник ледяной. Не пойдем туда. Не пойдем. Вообще, знаете, как обычно, когда шопинг, вот ходишь, смотришь, думаешь, может это взять, может то взять. Сейчас такой радости нет. Сейчас ты идешь, у тебя список, и ты думаешь, вот так, это мне нужно, и это нужно, и это нужно. А все, что не в списке, получается, что не нужно. Вот как нашим зрителям показать радость американской жизни, когда одна, можно сказать, забота о том, чтобы найти то, что нужно. И еще бывает, что не очень найдешь. Да. Знаете, что интересно? Интересно, что масло вот этого, даже слова я это не помню, в общем, типа репейника, которая, чертополоха вот этого, который расторопша, вот, который мы там неделю получали с Амазона, вот Светлана идет. Значит, оказалось, у нас это масло было дома. Как оно к нам попало? Когда? Ничего не... Вот, пожалуйста, Светлана вам подтвердит. Да. Масло этой расторопши, которое у нас дома оказалось, угу. Совершенно непонятно, как к нам попало. Ну, давно когда-то купили, по случаю. Нет, ну как случай? Наверное, кто-то же нам сказал, мы же не могли просто так его купить. Ну, наверное. Вот мы знаем, что эти нужно покупать самые темные. Вот эти два не плохие в темных, да? Берем? Берем. Взяли. Может, так. Может, так, у нас, а нам арбуз прописан. Да. Вот так, друзья. Это что у тебя, мать? Нинджа! Насели. 99, а по-моему, где-то 160 стоило, да? 150, да. Видите как, друзья, уцененка. Не уцененка, нет, сейл, это другое. Сейл. Мы готовимся к ремонту. И во время этого ремонта наша, так сказать, способность к готовке пищи будет, ну, как сказать, ущемлена, так мягко говоря. Поэтому вот Света... 2 килограмма нам нужно. Ну. У нас будут гости. У нас еще гости, да, в понедельник. Сегодня суббота. В понедельник у нас... Два килограмма, больше, чем два. Больше два. Но тут больше скурки двух. Еще тоже. Света. Ладно, все, оставим. Возьми еще два, пусть гости съедят. В конце концов, что такое. Ну, давай, да. Ну, если хорошие гости, они съедят. Так, приезжают к нам гости из штата... Какого штата они приезжают, Свет? Наверное. Нет, они раньше в Вирджинии. По-моему, какая-то... Какая-то Южная Каролина, по-моему. Так.
Винтис. $4 штука. Что-то как-то за даром, можно сказать, отдают. Так. Вот арбузики. $8 штука. Крупные. Крабы, друзья. Десятка фунт. Вот за вот этих двух крабов $23. А ведь там, наверное, весь вес-то в панцире. Вот в этом. Сколько там это несчастное мясо-то весит. Правда? Так, друзья, омары. Они же лобстеры. Хвост лобстера. Почти $100. $94. А? Мы при коммунистах-то слово омар даже не знаю и не слышали никогда. Разве что где-нибудь там в сказках каких-нибудь там с стариком Хоттабычем. Вот если я скажу вам, друзья, что это треска, вы мне поверите? И правильно. Потому что это не так. Это черная треска. Вот. $5 фунт. Треска черная. Света говорит, она очень вкусная, да? Очень вкусная. Жирненькая. Она, да, она распадается вот так вот, прям как это самое, как палтус. Прямо так разваливается. Черная треска отправляется в наш пакетик и в наш рацион. У нас там рыбка прописана, да? Да, которую мы можем сказать, термишу без рыбы. Да. Да, там тонкий момент, друзья, потому что, когда взвешивание происходит, надо рыбу вынуть из супа и взвесить отдельно суп, а потом взвесить отдельно рыбу, потом рыбу положить снова в суп и съесть вместе. Органические куриные бедрышки отправляются на изготовление фарша, потому что готового фарша из красной птички нету. Ну, есть, но еще надо найти, да, не всегда есть. Так что, скорее всего, придется делать самим. Молочные товары, друзья. Холодильник, блин, придет не ходи туда, идти в холодильник, потому что нам нужны вот эти вот ички. Сейчас, Светлана, какие она выберет? Все, выходим, выходим. Я просто вот, жертвую собой, как всякий оператор. Органические и на улице выращенные. Да. Так, да, а как на положить, пастбище. А как выращены? Положить, чтобы она не побилась? Вот прям так вот клади сюда. Так это тут же все не ровно. А ты клади. О, все ровно, видишь, как интересно. Нам, друзья, семечки тыквенные прописаны. Но тут написано, что они, видите, проросшие. О, органические. Так, ощущение, что они сухие там. Ну, попробуем. Суперфуд. И вот тут орешки кедровые. Вообще, пайн – это, в принципе, сосна. Да. Но я не знаю, у сосны же нет шишек этих, в смысле, орешков-то. А кто его знает? Есть а кто его знает? Ну, вот будем считать, что... Но будем это явно считать, кедровые что это орешки. Кедровые. Но да. Они явно кедровые. Да. По внешнему виду. Чисто вот субъективно будем считать их кедровыми. Будет есть. Представляете, друзья, если Светлана в Коско такие сережки надевает. Знаете, что она надевает, если на какое-нибудь ответственное мероприятие? Да. Так у нее еще и колечко, смотри, какое. Не одно. Не, два колечка? Два колечка. Ну, у меня ничего такого нет, у меня вот просто вот и... Ну, вот повернулось. Ну, друзья, вот так мы все в ювелирке ходим. Ладно. Покупать яйца. Раздел панамок, друзья, вот... Светлана в такой шляпе. Шляпа, она не просто так, она называется, видите, Solar Escape, да, то есть и такая защитная от солнца шапка. Вот я ну, тоже. И есть панамка, между прочим. Панамка, ну вот у меня больше на панамку. Давай все вместе встанем все это. Друзья, посмотрите вот на ваших блогеров, супчиков. А что, может мне такую купить, блин, на сейл? Тем более я... У меня сейчас только шляп. Как я тебе... Ну, а ты, кстати, она тебе идет, между прочим. Из друзья, всех... идет кстати, мне? Вполне. Она похожа на такую голубую. Да. Ну, даже и не она... знаю, столько головных уборов ни один не ношу. Друзья, мы тут напали на целый раздел панамок фирмы Adidas. Модно. Так, значит, есть вот серенькая. Так, есть черненькая.
Назад веревочку. Назад веревочку. Ну, черная нет. Не годится черная. Так, есть. Вот. Нет, это не, это не, это не отсюда. А таких больше нету. Нет, только черненькая и серенькая. Ну что, возьмем серенькую? А почем серенькая? $16. $17. Ну, нормально, нормально. Так, она проветриваемая такая, потому что вот это, например, вот послушай, вот consideration, да. Вот это, например, проветривается. Да, у этой тут сеточка. Видишь? Такая, это правда. А здесь только дырочки. Ну, смотри. Как? Здесь только дырочки. Смотри. Зато Adidas, Света. Так, хочешь Adidas, бери Adidas. Держи. Виноград. Магазин Sprouts, друзья. Мы тут сейчас подберем кое-чего из фруктов, но главное, нам тут нужна свекла, которая, во-первых, органическая, во-вторых, без зеленюшки. Да, Свет? Ну да, да. Вот, как, понимаете, как сложно что-то купить? Да. Да. Такие, они маленькие. Маленькие. А вот, вот эти, да? Вот эти? Друзья, эта свекла похожа на редиску, так, по размеру. Нет, ты не можешь там нарыть, потому что нам ее много, ну, надо. Где, ну, а как нарыть-то? Вот тут крупнее, чем вот это уже. И... Нет, она будет, знаешь, нарушить. Молодая свеколка, видите, маленькая. Тут есть покрупнее. Мы взяли парочку с зеленюшкой тоже, но потому что совсем не хватало без зеленюшки. Так, Светочка, что ты тут? Я кинзу еще. Я не вижу. Так. Зато укроп есть. Укроп есть. Друзья, это вам не Гавайи. Тут есть укроп. Давай, такими пучками. Да. Кинза. Друзья. Ну и что, Света? Один пучок тебе достаточно? Ну, кусочек, да. На супчик. Хорошо. Зелененькая, красненькая. Друзья, вдохновляет. Вроде пустячок, знаете, а вдохновляет. Вообще. Не на базаре, друзья. Но виноград надо пробовать. Потому что он бывает приторно-сладкий, я не люблю такой. Нет, приторно-сладкий мы ни в коем случае. Света смотрит, видите, у меня тут диета. Количество, наверное, хочет понять, сколько нам нужно винограда по нашей диете. Персики, друзья. Персики. Бывают вот девчонки, да, такие, девушка, как персик. Вот. 700 грамм винограда. А тут виноград. Нам нужно 700? Да. А сколько здесь, мы не знаем. А вот весы, да. Вот весы. Друзья, это не весы такие, знаете, точные. Нет, ну паунда примерно. Примерно. Ну, примерно 20, годится, да. 20, ну, там, да. Органический лоток. Мне нужны груши. Ну, по диете. Так бы я, может, не стал. Значит, грушки есть вот такие, как камень. Так, есть такие помягче, помягче. Хорошие. Так, есть вот такие. Какие-то вытянутые такие. Но эти мягкие. Приятные, да. Но они единственное, что какие-то сморщенные. Какие-то, да, немножко, я бы сказал. Вялые. Но вот эти немножко получше. Да, да. Ну ничего в целом. Вот тоже семена тыквенные. Видите как? Мы уже в Костко взяли, могли бы их тут взять, в принципе. Средиземноморская диета. Секреты собачьей жизни. Друзья, собачьей жизни. Многое, друзья, можно почерпнуть. Здесь вот, да, когда выбиваешь.